Ловись рыбкой, желательно только большая, приговаривают участники открытого чемпионата Омской области по рыболовному спорту. Ранним субботним утром собрались они на Корниловской балке. В арсенале любителей постоять с удочкой на берегу сегодня не удочки. Основным снарядом спортсменов сегодня будет спиннинг. Казалось бы, что может быть проще? Закинул, как говорится, невод и жди. Но не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Много тонкостей в непростом рыбачьем деле. Обычные проводки. Ступенчатые, с подбросами, без, двойные подбросы. Ну, то есть их несколько, да? Да, их очень много, и все зависит от умения рыбака анимировать приманку на том конце шнура или лески. Только что попробовал на более крупную, чтобы как бы подальше закидывать и, может быть, на крупную рыбу. Сейчас обратно меняю, так как вся рыба стоит, как я понял, возле берега. На меленькие приманки, ну, примерно вот такие. Вдоль берега спортсмены встали не на те места, где кому понравилось больше. У каждого заранее определенная жеребьевкой территория. Весь берег озера разделили на три зоны – А, Б и В. 3 часа простоят на своих 10-метровых площадках рыбаки, после перерыв на час. И еще один тур, также 3-часовой. Поучаствовал в рыбалке и министр спорта Александр Фабрициус. Сначала он собирался только поздравить рыбаков с началом турнира, но после, когда подошел поближе к воде и взял спиннинг в руки, чтобы понять, как он работает, выпустить его смог только спустя 2,5 часа. Увлекательное это дело рыбалка. Александр Соломонович, ну что, здесь рыба есть? А здесь пока говорят, что рыба есть, но я пока никак не могу поймать. Но я скажу, это у меня второй раз в жизни. Первый раз в жизни я ловил, когда мне было, ну, лет, наверное, 10, 11, 12 в пионерском лагере на удочку. Но вот на спиннинг вообще первый раз, будем говорить, профессионально держу спиннинг и пытаюсь что-то сегодня поймать. Чемпионы, думаю, что в области будут, они поймают, но я не уеду сегодня на мотокросс, пока не поймаю рыбу здесь в Корниловском районе, выловлю всю рыбу. Во время ловли по берегу прогуливаются судьи. Они в оранжевых жилетках. Следят за тем, чтобы спортсмены не нарушали правил чемпионата. Их, как выяснилось, немало. Есть четкие правила, которые на соревнованиях рыбаки обязаны соблюдать. Вот, то есть это правильная насадка, правильное соблюдение территории. За этим мы все следим. Вот, если есть нарушения, то мы записываем. Если 3 нарушения, то можно лишиться права участвовать в соревнованиях. То есть все очень строго, все по правилам. У вас даже вот бинокль, я смотрю, такой серьезный. Вы прям через него наблюдаете за нарушителями? Да, я четко слежу за рыбаками. После 6 часов ловли наступает момент X, когда все, что наловили участники регионального чемпионата, кладут на весы. Именно так, взвешиванием улова определяют лидера. Но не в рыбе дело для тех, кто мечтает о победе. За каждый грамм улова начисляется по баллу, а от их количества и зависит результат. Игорь Кулик сегодня лучше – 690 граммов и, соответственно, 690 очков. Наши поздравления!